Ловкие, сильные и прекрасно подготовленные 280 юношей и девушек сыграли в игру «Зорница 2.0». Финальный этап соревнований прошел под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. По инициативе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе у нас появилась «Зорница Поволжья». И мы горды тем, что на протяжении всех этих лет финал окружных соревнований проводился и проводится именно на нашей Оренбургской земле. Состязания проводились для двух возрастных категорий. Это 11-13 лет и 14-17. В программу «Зорницы» вошли 27 видов состязаний. Бег на 30 метров, прыжок в длину с места, основы радиационной, химической, биологической защиты, бег на длинную дистанцию. Участники не только физически развиты, но и воспитаны в духе патриотизма. Я чувствую определенную ответственность за свой край, за свою в целом страну. Моя школа мотивирует меня покорять новые вершины, в том числе спортивные. Военно-патриотическое воспитание очень важно для каждого человека, так как это прежде всего ежедневные тренировки, усилия выносливости и физической подготовки. Также это поднятие силы духа. Все задания выполнены. Настало время награждения победителей. В старшей возрастной категории первое место занял отряд Нижегородской области. Второе – ребята из Оренбурга. Третье – отряд из Пермского края. Команда лицея номер 16 при УЛГТУ из города Димитровград заняла пятое место в общекомандном зачете. Отрядам из тройки лидеров вручили кубки и дипломы. А призеры получили памятные часы от полномочного представителя президента Российской Федерации. Виктория Чиркова, УлПравда ТВ.